Ляна. Очень ранний помидор, отличных вкусовых качеств, из старых сортов, обладающий хорошей упругой мякотью и не маленького размера. Диаметр помидора в основном в среднем 6 и даже более сантиметров, но бывают и меньшие плоды. Годится и в баночку, и на томат. Очень хорошая плодовитость. Этот помидор на каждой кисти завязывает 4-5 плодов. И все плоды вызревают фактически одновременно. На конец июля 6 вызревших одновременно кистей. Плодоносит до самых морозов. К болезням очень устойчивый. Этот год не очень неблагоприятной погоды. Но вот так выглядят кусты.